Короче, среди всех космических курьезов и розыгрышей первое место по праву принадлежит шутке Оуэна Гарриота. В 1973 году Оуэн входил в экипаж американской орбитальной станции Skylab. Розыгрыш, который он устроил над офицером Центра управления полетами Робертом Криппином, достоин навечно войти в аналы космонавтики. С собой в космос Гарриот захватил диктофон, на который его супруга наговорила несколько заранее заготовленных фраз. Когда в один из дней оператор Роберт Криппин вышел на связь с орбитальной станцией, Гарриот ждал у передатчика с диктофоном в руке. Между станцией и Центром управления состоялся следующий диалог. «Skylab, это Хьюстон, ответьте!» «Здравствуйте, Хьюстон!» – бодрым женским голосом отозвалась станция. «Это Skylab!» Земля после секундного колебания поинтересовалась. «Кто говорит?» «Привет, Боб!» – отозвалась станция. «Это Хелен, жена Оуэна!» Боб несколько секунд переваривал ответ, а потом с трудом выдавил. «Что ты там делаешь?» «Я тут решила ребятам поесть принести. Все свеженькое!» – успокоил его голос с орбиты. Центр управления молчал около минуты, а затем отключился. Видимо, у офицера связи сдали нервы. С тебя лайк и подписка.